Региональная служба санитарной авиации пополнилась 3 современными реанимобилями. 2 машины переданы в ведение областной клинической больницы, 1 – областному перинатальному центру для транспортировки новорожденных. Средства на приобретение автотехники были выделены из резервного фонда бюджета региона по поручению губернатора Дениса Паслера. Это суперсовременные автомобили. Это сегодня самое последнее, что есть для санитарной эвакуации. Сама по себе машина чрезвычайно комфортная в плане ее ходовых качеств и в плане света. Там 3 варианта освещения. Там не просто там вибаста и, соответственно, поддержка температурного режима. Там климат-контроль, соответственно, подстройка температуры под потребности пациента и медиков. Соответственно, сегодня, ну, можно сказать, что у нас есть все условия для того, чтобы ни минуты не терять в пути для оказания экстренной неотложной медицинской помощи. Просторный салон реанимобиля удобен для работы медицинской бригады. В комплекте все необходимое оборудование. Кислородные баллоны, следящая аппаратура, дозаторы для введения лекарств, термосумки, шины, носилки, то есть полностью все то же самое, что и в стационарной реанимационной палате. Дефибриллятор кардиомонитор установлен на автомобиле, который позволяет, кроме самой дефибрилляции, необходимо производить также отслеживание, полное мониторирование ЭКГ, сатурацию, измерение давления, а также, чего раньше у нас не было, появилась возможность неинвазивной временной кардиостимуляции пациента для транспортировки в лечебное учреждение для установки постоянного воительного ритма. Как препараты, так расходный материал, так и само оборудование позволяет провести любые манипуляции и транспортировать пациента любой сложности абсолютно. Оренбургская служба санавиации работает не только в пределах области. Врачи доставляют пациентов в федеральные клиники по всей стране. С появлением таких реанимобилей возможности медиков по спасению жизней значительно расширяются. У нас 2 варианта действительно оказания экстренной помощи. Это вылеты и выезды. И то, и другое направление чрезвычайно важны. Выезды, вылеты в основном финансируются и за счет федерального бюджета, и за счет областного бюджета. Это в первую очередь, конечно же, все, что случается на трассах, это ДТП. Это, ну, экстренность такая, когда мы должны пациента максимально быстро доставить, в первую очередь, до областных клиник города Оренбурга. А вот что касается выездов, то здесь важна работа как по транспортировке пациентов из области на территорию областных учреждений, на территорию Оренбурга, так и доставка пациентов в федеральные клиники. Ну, это более уже отложенные транспортировки в более стабильном состоянии, но когда пациентов мы должны с реанимационной поддержкой госпитализировать для оказания, ну, самой высокоспециализированной помощи, федеральные центры, это и новорожденные с пороками сердца, которые мы сегодня оперируем за пределами Оренбургской области, это какие-то тяжелые больные с нейрохирургического профиля, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Санкт-Петербург, то есть такая достаточно обширная география. И сегодня приобретение настолько современных автомобилей, ну, по сути, снимает у нас любые ограничения по, если мы чего-то не можем сделать, мы всегда сможем пациенту оказать в федеральной клинике медицинскую помощь.